Брови специально для тебя. Буду милая, а потом буду стервой. Нет, что-то вообще не то. Дым уберите на***. Мирас, мы уже пишем. Да, давай, пока. Привет. Меня зовут Умида. Наконец это свершилось, да. Здесь, 28 ноября, в Хан-Шатыре, на премьеру нашего фильма «Петля». Это казахстанский молодежный триллер, и он тебя заинтересует, поверь мне. Приходи, мы будем тебя ждать, все актеры. Сколько должен? Ну, $500. Дорогие друзья, 28 ноября в объятиях торгово-развлекательного центра Хан-Шатыр. И спасибо на этом Мирасу Толейханову, режиссера фильма «Петля». Наконец-то мы дождались. Дождался я, дождались вся столица, дождалась вся страна. Дорогие друзья, только в торгово-развлекательном центре Хан-Шатыр, в торгово-развлекательном центре «Азиапарк». Фильм, презентация прекрасного, замечательного, остросюжетного фильма «Петля». Приходите сами и приглашайте с собой друзей. Фильм «Петля». Я иду, и пошли ты. Выбрал день съемки. Погода харамасин был. Погода вообще в тему, вижу. Цвет, блядь. Цвет, да? Да. Я здесь, чтобы пригласить тебя на нашу премьеру захватывающего триллера. 28 ноября, кинотеатр Хан-Шатыр. Мы ждем тебя. Не получилось? Привет! Хочу пригласить всех на премьерный показ кинокартины «Петля в Астане». Это дебютная работа молодого режиссера Мираса Толеохан. Приходите 28 ноября в Хан-Шатыр и кинотеатр «Арман». Хорошего просмотра! И что цена вопроса? Ну, я думаю, $300.